Всем привет! Вы на канале Киномаша, и мы сегодня снимаем для вас Food Challenge. Это челлендж, мы вот сейчас идем в магазин за 7 продуктами, у нас будет 7 раундов, и мы должны, не зная, что это за продукт, мы должны его отгадать по вкусу. Вот, сейчас по очереди пойдем в магазин и купим друг для друга продукты. А напитки можно? Нет, напитки нельзя. Блин. Пришли, и что мы ей купим? Возьмем такую кислую конфету. Возьмем хлебцы с лимоном. Такие вот. Возьмем ватрушку. Возьмем вот такую вот киндер делис. Я не знаю, что. Вот все, что я взял для Маши. 7 продуктов. Теперь моя очередь. Я, конечно, не знаю, что накупил мне Даня. Но сейчас посмотрим, что куплю ему я. Крыжовник. Я еще ему маракуйю вон купила. Щавель. Сахарные палочки. И вот самое последнее, это курага. Все, погнали, мне не терпится уже. Вон сидит Даня. И мы уже сейчас пойдем домой. Все, мы уже пришли домой, и так, сейчас будем делать все, все пробовать. А ты же наложишь музыку? Конечно, ложу. Музыка — это важно. И Даня первый. Давай, все, закрывай глаза. Ой, и первый продуктик. Тебе понравится. Нельзя. Может, ты сказала жидкости нельзя? И жидкость. Сейчас мне бы это открыть. Итак, открывай рот. Давай. Блин, давай. Подстава. Да, открывай рот. Рот открывай. Укропом пахнет. Дань, рот открывай. Блин, может, просто страшно. Давай, открывай рот. Нет, ты не подумай, я тебе доверяю, ну блин. Да, да, доверяй, это мне. Давай, кусай. Итак, что это? Не доверял еще мне вообще. Ревес за обе щеки, что это? Малосольный или соленый огурец? Правильно! Это огурцы маринованные. Ну ладно, за малосольное я тебе засчитаю. Теперь я. Давай. Блин, можно еще один, пожалуйста? Еще останется 1-0 в пользу Дани. Мы все будем делать второй раунд. Да, лучше поесть. От тебя можно ждать все что угодно. Так, что-то открывается там. Брат мой, это вот просто обожает, я не знаю. Вкусно ли это? Вкусно, наверное. О, это киндер делис. Как ты угадала? Делис прям. Киндер делис. Я не знаю, что это. Еще огурчик возьму. Все? О, вкусненько. Какие мне... подарочки нравятся. Вот 1-1. Я Конфуций из Японии. Из какой Японии, Дань? Конфуций из Китая. Ну, я там всё. Закрывай, блин, пират Карибского моря. А это курасан? Нет. Нет? Нет. Спокойно. Это крошка. Итак, Дань, да капать это горло свое. Открывай рот. В прошлый раз я тебя не подвела, и в этот раз не подведу. А!
И что это? Кукурузные палочки Кузя. Ей, счет становится 2-1 в пользу Даниила Бадаева. Какой я француз. Француза мастер-мастер. Что там? Это, в тиктоке. Параллельно франце. Параллельно франце. Ты что, подвинулась? Давай. Вот это единственное, что мне можно, то, что мне нельзя. Ну, как-то странно, но ладно. Тебе это не понравится, скорее всего. Я не хочу. Это... Шоколад какой-то. Ну, какой? Черный? Нет. Кокосовый. Кокосовый шоколад бывает такой? Я бы съел. С ликером какой-нибудь. С ликером? С ликером. Ну да, конечно, если напоить здесь хочу. Блин, какой это шоколад. Единственный шоколад, который мне можно. Я точно знаю это. Да. И тебе это можно? Угу. Я могу сейчас при тебе это съесть. Я не знаю, что это, я открываю глаза. Ну, я сказала, это горький шоколад. Черный и горький шоколад, да, это одно и то же. Так что счет 2-2, не надо мне тут заливать. Блин, а я тут хотел. Не реклама, да, не реклама. Блин, там что-то... Блин, как-то сладкое что-то. Нет. Да. Ладно. Да. А, я знаю, что это такое. Это мамбо. Да блин. Давай ты отгадаешь вкус. Хорошо. Очень легко. Вот. Самой посмотри, что это вкус. Ой-ё, это экзотический, да? Ну да. Блин, подстава. Я... Так, и что это за... Ананас. Персик. Нет. Персик там есть? Персик есть. Угу. Манго. Нет. Апельсин. Нет. Мандарин. Нет. Это не фрукт, второй. Кокос. Нет. Кокос, да. Банан. Дань, банан — это фрукт. Маш, я не знаю, что делать. И ты проигрываешь. Нет. Да. Это малина. Малина? Малина. Правда, да? Да, я сказала, не фрукт. Счет становится так же 2-2. Так и остается. Маша. Чё? Съешь огурчик. И я тебе сейчас дам. Вот съешь огурчик. Я тебе дам сейчас. И если съешь вот то, что я тебе сейчас дам, тебя вылью. Да не надо. Тогда огурцы есть не надо. Что-то молочное, да? Нет. Чё вы решили? На носороге продаются. Не страшно. Где у тебя рот, господи, люди? Господи. А, бетрушка. Неправильно. Правильно. Да, правильно. Спасибо. Почему ты отгадала? Ну, у меня есть кое-что, что ты не отгадаешь точно. Итак, в третьем раунде побеждаю я. Я огурец съел, ты это подрезаешь. Нет, все хорошо. Так, какую бы тебе выбрать? Вот такой. Блин, Маш. Ай! Ну-ка. Это крыжовник. Да. У нас на даче растет. У нас тоже. Может, у нас одна дача? Просто ужас, как неприятно. Да? Рот открой. Крыжовник положи. Запрокинь голову. Запрокинь, я тебе говорю. Все.
Зуба. Ты что сделала? Что-то очень кисло. Это кислинка. Я не знаю. А, это кислинка, да. Вырви глаз. Кислинка, вырви глаз. Это мой дурак. А доедает же, доедает. Не кисло. А, все, уже потерял свой. Я вкусно, да? Вкусно, а? Ну вот, да, не знаю толк. Все, счет 4-3 в мою пользу. И у меня наступает 5-й раунд. Дайте мне, пожалуйста. Открой рот. Надеюсь, тебе это можно. Ты что, совсем что ли? Маша, шучу, это тебе можно. Господи, ты чем капут не откинул? А, абрикос сушеный. Как это называется? Абрикос сушеный. Нет. Да, Маш. Называется курага, да? Блин, Маш, это же абрикос сушеный. Ну хорошо, это сушеный абрикос, но называется это курага. Я не люблю. Я не люблю курагу. Сказал, да, не закинул. Она такая вкусная, я не могу удержаться. Что у меня есть? Я такие никогда не пробовал. Пробовал другие, а такие никогда не пробовал. Мне страшно. Она это никогда не отгадает. Она отгадает, что это, но с чем она не отгадает, мне кажется. Ай, это хлеб. Да, с чем? С вишней. Нет. Ты никогда не отгадаешь. С медом? Нет. Персиком? Нет. Здесь не бывает, мне кажется. Апельсин? Нет. Что-то очень знакомое. Мандарин? Абрикос? Нет. Ну, это фрукт какой-то? Не знаю, фрукт это или нет. Класс. Манго? Нет. Я только да или нет. Или не имеет значения. 100%. Ты не знаешь, фрукт это или нет? Это ягода? Маш, я не буду ничего говорить, да или нет? Тань! Маш, ты мне не говорил ничего. Я тебе говорил, что это ягода. Маш, там... я и так отстаю, не мешай ей отставать. Это ягода? Нет, точно нет. Да может быть овощ или нет? Не овощ. Блин. Ну, значит, фрукт. Да, фрукт. Короче, я не знаю, с чем это. С лимоном. Блин, точно, точно. Все, так не играю, все. Я пошла. Куда? Счет 4-4. Теперь Марина. Свиньки, кстати, можно дать. Давай. Ротик с чири открываем. Ать. Что это? Чири. Обожаем. Вот это мне очень нравится. Но... А, я же вам не показал. Это прекрасно, господи. О, нет, не люблю сухарики. А с чем он? А с беконом каким-нибудь? Да, с беконом. Я люблю сухарики. Я люблю. Блин, они твердые. Твердые? Нормальные. Не люблю сухарики. Твердые, твердые. Нормальные. Мне кажется, это уже что-то синее. Нет. Давай, открой рот. Он у меня открыт. О, да. Господи, хватит там это. Давай. Кривой ротик, Данечка.
попробуй это. Да. Вот как нужно задабривать друзей. Ну, по крайней мере, на Дане это сработало. Это был лучший раунд в своей жизни. Ох, да. Теперь последний. Ну, ты угадаешь точно. У нас будет ничья? Нет, ты выиграешь. А, нет, да, будет ничья. Ничья! Сама возьми, мне это нельзя. Ну, ты угадаешь точно. Аманда. С чем? С арахисом. Правильно. А, вот это люблю я. И побеждает ничья. Дружба побеждает. Ну да. Ну да. Я выиграл сюда. Нет. Нет. Я почти не говорил продукты. Ну да. Бла-бла-бла. Теперь нам, Даня, вот это вот все нужно убрать. Точнее, съесть. Свой желудок. Убрать свой желудок. Есть. Ну, отлично. Наше видео подошло к концу, и всем пока.